Друзья, всем привет. А ну. Ага. Не. Вон они. Друзья, видите? Вот этот маленький. Я его только что спас. Этот. Из-за того, что не было кирпича, он не мог вылезти. Намочился и не мог вылезти. Я его вытащил. Ну, я думаю, все будет с ним нормально. Никто их не трогает, это самое главное, друзья. Но единственный момент, сейчас я хочу заняться, уберу отсюда ваш шифер все-таки, уже туда там место я освободил. А, гляньте, утки сразу вышли. Сделаю здесь накрытье. Ну, сейчас лето, как бы месяц, они здесь сами поживут. Закрыто здесь все. Ну, как я и предполагал, если надо, разъединить. То есть будет два загончика. Дверь пока буду закрывать. И все, они под уткой не замерзнут. Там сено постель. Ну, посмотрим, короче, друзья. Вот эту дырочку надо будет немножечко заделать. Тут я то забетонировал. А там была земля, видите, а утки разгрызли. Ну, я думаю, что этот, как сказать, камушек положу туда и все. И будет тут отлично, великолепно. Оставлю, может, один лист какой-то. Ну, чтобы на голову им не капало, да и все. И будут утятки здесь. И тех, которые там, поставим сюда. Пускай, я думаю, утка их обижать не будет. Все, пускай ходят с утятами. Вон они. Не, я близко не буду пока подходить. Буду вам постепенно показывать, как оно. Ну, сейчас вот этим планирую заниматься. Так что такие дела. Друзья, шифер решил сюда сложить. Ну, вот этот целый, который поубирал. Наконец-то я давно хотел. Вот здесь поубирал. Ну, в металлоломе. Много у меня тут было такого, что надо было, ну, уже никуда не годное, только на металлолом сдавать. А то, что такое, более-менее, я думаю, что пригодится, оставил. Вывез сегодня, сдал немножко. Взял вот такой уголок там, купил. И арматурки чуть-чуть. Ну, намесь. Получилось, сдал, по-моему, на 500 гривен. Да, на 500 гривен сдал. Ну, с учетом то, что да, взял еще уголок. Короче, нормально у меня тут так было металлолома. Алюминий, ну, алюминий... Не сдавал, думаю, пускай еще буду собирать. Ну, годика три пособираю, потом, может, сдам. Все, здесь поубирал, сложил, машину сюда можно будет загонять. Ну, а этот шифер, пускай пока стоит. Это поломанный, этот такой, как сказать, не поломанный, он только чисто, походу, на забор. На крышу не годится. Так. Угу. Машину в тенечек сюда я... Ну, я на ней ездил, возил там несколько мешков. И жестянки были. Ну, короче... О, вон они. Ой, я даже дверь забыл. Калитку забыл закрыть. Вон они. Так. 3, 6, 9, 12 штучек. Ага, он утки там уже облюбовывает. Я... Так, а ну, малышня... Уточка не туда. О, она сейчас пойдет сюда. Давайте вместе сейчас так и загоним. Вот так я им шифер поставлю, чтобы они могли прятаться. Давай, а ну, уточка, иди. Иди с утятами, иди. Иди, иди, иди. Так интересно за ними наблюдать. Такие маленькие, а уже бегают. Так, ты не трогай. Смотри мне. Она защищает. Я выгоню вот этих всех уток. Здесь не будет их. Всю вот эту вот, которая... Ну, я сюда принес, которая мне может сюда пригодиться. А потом, если что, кину назад. Вот такие вот сетки. Сейчас на калитку. Вот здесь, везде, чтобы они не пролезли. Потому что они очень маленькие. Пролезут везде.
буквально неделю вообще надо как бы дырочки все позакрывать. Даже вот эти, вот я же говорю, вот это вот 50 на 50, они спокойно сюда пролезут. А потом они не понимают, куда вернуться, и будут тут плакать. И она будет нервничать. А, это этот. Зеленый тут. Так смотрит на него, гляньте. Ну а так, друзья, жара нереальная. Такое, аж вот это вот плохо мне что-то аж стало. Думаю, не, сяду отдохну. Сейчас отдохнул, думаю, покажу вам, что я тут уже нагородил. Ну посмотрю, может еще один шифер принесу вот так вот, чтобы они прятались. И тех тоже буду сюда нести. Дырки позакрывал, ну так, камнями, друзья, они не будут вылазить. То яйцо, которое было там, убрал, потому что больше никто туда так и не снес ни одного яйца. И все, я думаю, они на улице не замерзнут, она их будет греть, а те уже большие. Да я думаю, они тут вместе все подружатся и будут ходить вместе с ней через несколько дней. Ну, я так думаю, а там посмотрим. Туда принесу еще сейчас этого, как сказать, соломки, чтобы у них было там все. И еще, друзья, хотел сказать, видите, и тех утят, которые были 5 штучек, она тоже приняла. Так, а ну-ка, давайте, утки, уходите. Уходите, утки. Давай, давай, давай. Таи. О. Давай, 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 давай. Сейчас больших вот этих отгоню. О, все, гляньте, как хорошо. Давай, 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 давай. Все. Все. А я еще хотел калитку снять вот эту. Как хорошо, что я ее не снял. Что такое? Все, а малые пускай будут здесь. И поставлю им сюда несколько дней комбикормчик. Сейчас все им приготовлю, все налажу. И буду тут сюда нести. А, и кирпичи поставлю сюда. Набрал им водички. Принес еще одну, друзья, поилочку. Здесь две поставил. Утят. Вон, хотят туда пройти. Но я их пока не буду пускать. Пускай здесь, чтобы покушали комбикормчик. Недельку. И утки привыкнут все. Гляньте, гляньте, защищает. Это хочет что-то ей сказать. А это сразу защищает. Подкинул я вон там им соломки, друзья. Под этот. По камушку положил. Гляньте, этот бульби. Бульбы. Воздух выходит, бульбы. Вон. Там, оказывается, на вот этой калиточке была сетка. Вот так. Они там заходили туда. Я думаю, все будет нормально. Пойдемте сейчас принесем тех утят. Я только что до них заходил, взял вот эту кормушку. Ну, раз они будут здесь, и кормушка, конечно же, пускай будет здесь. Посмотрим. За этим, конечно, интересно наблюдать. Тот, который был мокрый, обсох. Все нормально. Они сидели вот там целый день в углу. Ну, я тут ходил же, и выезжал, и, ну, много раз видел. Все, ну-ка, я уйду сейчас. Пока я здесь ходил, сходил только что, скупнулся в душ, и открыл холодную воду, чтобы она бежала, и стоял. И класс, потому что прям кипяток. Она же бочка черная. Сполоснулся хорошо. Не надо и на речку не надо ехать. Я помню, когда маленькие были, мы пешком ходили на речку. Туда идешь, еще ничего. Покупался, назад идти. Ну там прошли, может, полкилометра. Все, уже такие языки на этом. Каждый колодец воду пьем, жара. Ну, короче, тяжело. Володя тоже. Ну, водичку я часто меняю всем водичку, потому что, друзья, жара. Жара вот это невыносимая. Сегодня даже
Вот, видите, мокро. Я и свиней поливал. Открыты они. Думаю, они далеко не уйдут, им тяжело. Покидал им угля. Думаю, пускай покушают, если захотят. Они только водичку пьют. Кушают слабовато. Ну, жара, друзья, жара. Невыносимая. Я тоже одну воду пью, 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 пью. Куда она у меня лезет? Попил, жих. Уже выпил кваса сегодня 1,5 литра. Напиток. Воды не знаю, сколько литров выпил. Ну, короче, кошмар. У нее сегодня, у мухи, 114 сутки. Но молока пока нема, друзья. Будем надеяться, что все благополучно будет. А у Фионы, по-моему, 110. Она тоже открыта, друзья. Ну, я здесь нахожусь. Сейчас, скоро придет Катя. Будет вам давать молоко. Артисты. И, друзья, сегодня захожу еще, слышу такой звук. А это пятнашка так дышала. Я взял ведро воды, вот так ее помочил холодной. Ее так помахал, вроде успокоилась. Все, ну вентилятор сейчас включать смысла нету еще пока. Сейчас на улице посвежее станет, и я уже включу. Так что такие дела. Так, сейчас, друзья, я возьму эту. Гляньте, какие утята. Сейчас кинем туда, сравним. Сейчас я поймаю их. Так, друзья, забыл я ящик. Сейчас, ну, этот переносной возьму. Раз, так, чик, а ну, опа, так, о, опа. Да, эти фавориты, конечно, такие хорошенькие. Куда вы, куда вы? Куда вы, ребята? Все в ящик. Все в ящик. Все в ящик. И ты, малой. А это тоже, наверное, фаворит, друзья. Вот это. Позже только вылупился. Так. Да. Потому что я вспомнил, почему он позже. Потому что мы позже яйцо подкидывали. Вот они. Так. А ну-ка, сейчас пойдемте. Вот они. Ну все, все, ребята. Позже так смотрят. Пошли. Пойдем. Сейчас придется. Фурия пришла. Сейчас, друзья. Все. Вот они. Сейчас посмотрим, что они будут делать. А вон малые, видите? Возле воды. Возле воды. Меня увидели сразу. Ой, кто это чивкает? У меня или? Да. А ну-ка. Сейчас посмотрим, что она будет делать. А ну. Видите? Ой-ой-ой-ой-ой. Опа. Гляньте, какие они большие по сравнению. Ну, я посмотрю. Если будут они недружные, я еще один шифер поставлю, чтобы они отдельно ховались.
и фавориты, и вот эти индоутята. Ну, я думаю, они будут все вместе дружные. И, друзья, помните, один хромал, фаворит. И получается, все у него восстановилось. И, кстати, получается, видите, мы фаворитов тоже ничем не пропаивали, нигде ничего. Индоуток, я же много раз говорил, и индоуток, ну, индоутят всякие, всю птичку водянистую мы не пропаиваем. А, малые лезут туда, ничего не боятся. Так, малые эти... Блин, сейчас, одну секунду. Эти овода просто не дают жизни. Ой, откуда их сколько взялось? Все, а ну-ка я вот здесь сейчас тихонечко посижу, понаблюдаю за ними. Вместе с вами. Все, утка, видите, сразу хотела на них напасть. Ну, а потом поняла, что это такие же утята, как и у нее. Только немножко больше. Угу. Угу. Малые залазить сейчас будут. Вон, малые идут, идут, идут. Идут, идут. Угу. Я думаю, она и тех больших будет водить. Она. Ох, и больно кусают эти паразиты. Кричат. Опа. А эти смотрят, как в зоопарке, гляньте. Мух, мух, мух бегают, ловят. А ну, а ну. Такие маленькие ребятишки. Вот так. И же вон, видите, в воду сейчас будут прыгать. Что-то едят уже. Видите, видите? Оп, побежали туда два. Ага. Они перемешаются, и она будет думать, что это ее утята. Ну и все, эти немножечко подрастут, друзья. Главное, чтобы не вылазить они, ну, не смогли вылезти через вот такое вот отверстие. И все. И получается, мы и откроем их туда, посадим. Видите, те там что-то нашли. Что-то хватают. И утка туда пошла. Все. Все вместе. Тут и камушки есть. Они что-то заскушают. Короче, все будет нормально у них. Я думаю. Да, дружно будут дружить. Жить и не тужить. Так что можно не переживать. Угу. Видите, в траву надо им. Хотя тут есть у них трава, вот видите. Тут и листики есть, все. Посмотрим. Я им. И этим фаворитам я и туда кидал. В этот. В сарай. Так, а ну-ка, сюда я не заходил посмотреть. Так, ночка, тут все нормально. Вчера давал всем суданки. Вот, малые, вот сверху только малые, гляньте, перегрызли. Все, малышня здесь и здесь. Друзья, вот эти меньше, ну, по возрасту, а так, получается, они одинаковые. То есть, видите, это уже ночка, получается... Третий окрол у нее, а у дымки первый. И они, видите, одинаковые. Так, что там они? Все, вон они. И там. Все тут у них чистенько. Они тоже чистенькие, сухенько, все самое главное. Ну, а мамки
Мамки здесь. Одна здесь. Пускай наедают шею. Вторая здесь. Вот она. Лежит, отдыхает. Им, конечно, жарковато, я думаю. Но водичка есть. Покушать есть. Вон сено. Все, они уже самостоятельные. Пускай уже не мучают. Жара. Сами пускай занимаются здесь. Рыжие, серые. Всяких мастей. Кролята. Так. А я еще, знаете как, сегодня утром смотрю, у этой утки тоже утенок. А он, она когда и шла... Знаете, что творит она? О, помните, я хотел вам показать? Он вот так подтаскивает. На, вот так, на. Он вот так подтаскивает как-то сам. Ой, о, все, взял ветку, будет грызть сейчас. О, малые пришли кушать. Видите, вон, она их сейчас научит и будет кушать дробленочку. А, и видать же, я ж так и не рассказал, видать один не вылез и сюда залез до нее. Я думал, она тоже начала, ну, выводить утят. Посмотрел, нет, все яйца лежат, получается, утенок один туда. Я его взял, туда кинул, и он сразу выбежал. Ну, побежал. Так, что там? Ага, она здесь сидит. Все, пускай сидит, занимается. Здесь тоже сидит утка. И тут сидят, тоже скоро будут утята полным ходом. Так что такие дела, друзья. Малышня, лежит, гляньте как. Пухнастик, привет. Привет. Он не понял, что это я. Персик. Видите, купаются. Ныряют там уже что-то. Как будто что-то понимают. И за счет камушка они никогда не утонут. Видите? А без камушка могут утонуть, потому что как? Они то сами по себе не утонут. Они вот так намокают и не могут вылезти. И все. И пиши пропало. А так он, видите, он крылышками помахал. Ой, эти бегут. Угу. Все, самое главное, видите, сразу дружненькие стали. Видите, утята не дерутся. Ну, короче, все отлично, великолепно. Там никто не пролезет, через ту сетку тоже не пролезут. Короче, ну, а если где-то пролезут, друзья, далеко не убегут, будут где-то во дворе. Так что такие дела. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока!